Салам алейкум, пацаны! Последний магический одовский куб. Сегодня покажу, что нужно сделать, чтобы его каждый из вас забрал. Также, друзья мои, многим, наверное, интересно, как получить на свой аккаунт совершенно бесплатно уже самый новый набор на женский персонаж. Также, наверное, многим интересно, что это за событие, что за дерево, что это будет дерево давать, также, что это за новое событие, какие там будут легендарные халявы. И сегодня покажу, друзья мои, какая там будет бомбовая, скажем так, раздача топовых призов. Также главное меню этого события. Я вам все покажу, сегодня будет очень интересно. Также, друзья мои, обязательно сегодня также уже, друзья мои, я вам расскажу, уже покажу точную дату, скажу, нового события, которое я для вас сделал, да, колоть желание. В общем, друзья мои, ладно, тянуть не буду, по-братски всех попрошу. Давайте 2000 лайков поставим, обязательно подписываемся, кто еще не подписался. Не забывайте, друзья мои, ставить колокольчик, все уведомления. И не забывайте, самое главное, подписываться, друзья мои, на мой ВК, обязательно, ссылка в описании, обязательно. На группу ВКонтакте и на мой Телеграм-канал. Именно завтра уже будет раздача в моем Телеграм-канале подарки, которые вы загадали в подарках именно, которые вы загадали, да, свое желание. И завтра уже будет вам отправлено на почту то, что вы загадали. Так что ссылочка на Телеграм, на группу ВКонтакте и на ВК в описании. Подписывайтесь, не пожалеете 100%. Самое главное, что вы были все подписаны на мой телеграм, потому что завтра будут убираться 5 победителей, и кто-то из вас заберет себе то, что загадал, на свой аккаунт бесплатно. Поехали. Что, друзья, давайте начнем с самого начала, да? С самого начала и потихоньку перейдем к самому интересному. Многие, наверное, интересно, что магический куб, что вообще будет делать, что вообще вам нужно будет сделать, чтобы забрать его бесплатно, да? Знаете, завтра 21 число, а это означает, что завтра стартует уже вторая волна, именно вторая волна временных алмазов, и вам нужно всего лишь будет зайти на это событие, и тут, скорее всего, когда до меня дошла информация, тут, скорее всего, появится магический куб рядышком появится у нас, получается, набор, вот этот набор, да, синий. Вот, как он называется, синий лед, что-то такое, да, вроде бы. Также получается скинчик на оружие появится вот тут вот. И вам нужно всего лишь будет собирать себе алмазы, временно алмаз собирать себе, да, копить. Хорошо, что если вы копили себе временно алмазы, друзья мои, кто сейчас еще не потратил временно алмазы, пожалуйста, не тратьте. Скорее всего, вам эти алмазы временные понадобятся для того, чтобы вы смогли обменять себе на магический куб. Так что обязательно их не тратьте, дождитесь уже завтрашнего дня. Это самое главное, и это лайфхак. Самое главное, чтобы вы алмазы временные не тратили. Так что ждем завтрашнего дня. И завтра вы сможете обменять уже себе на магический куб совершенно бесплатно. Всем все понятно? Надеюсь, всем все понятно. Поехали дальше. Дальше, друзья, у нас получается добавили новое событие. Это событие составляет вот из таких обменников. Обменники называются красный прибор, да, то есть получается ложка с вилкой. И эти наборы вам нужно будет просто обменивать. Условия и задания очень простые. Зайти в игру, выживать 30 минут и так далее. То есть это все задания, за которые будет получать жетоны. И эти жетоны можно будет обменивать совершенно бесплатно уже, друзья мои, получается 28 числа вы сможете забрать себе такой вот бесплатный себе набор. Совершенно бесплатный набор, друзья мои, на женский персонаж. И это реально очень бомбовая халява. Также, друзья, с 25 числа вы сможете забрать себе такую вот получается доска, да, вот, ну и по мелочи купончики. Ну что это за вообще за событие, да, что это такое за событие, получается, тут получается мы также сможем получить, это 30 числа, друзья мои, да, это ежедневный вход, вы забираете себе рюкзак такой вот, вот такой вот рюкзак бомбовый, я вам сейчас все покажу, также получается сковородку такую вот, также получается милота за скилл, это скорее всего будет типа за место биты, вот, и получается еще халява, халява какая? Сейчас я вам все покажу. Получается, у нас вот такое вот будет главное меню. Вот такое будет главное меню к этому событию. Я сейчас покажу, кстати, что еще будет давать дерево этого. Получается, главное меню. К этому главному меню будут прилагаться, конечно же, определенные халявы. Халявы тут разные будут. Получается, тут вам нужно будет элементарно просто готовить, делать какие-то определенные себе блюда, коктейли. И благодаря этим коктейлям у вас будет повышаться шкала, вот которую я показываю, да? Шкала вот эта вот будет повышаться. Благодаря этому повышению шкалы вы будете с правой стороны, видите, получается, это будут призы. С правой стороны, видите, Келли, то есть все персонажи. И каждый лутбокс рядом с персонажем новым, это получается все награды. Что же это вообще такое? То есть получается, вам нужно также выполнять определенные задания. Определенные задания вы нужно будет выполнять. Тут получается, зашли в игру, выполнили определенные задания, вам дали сразу такие вот жетончики. Жетончики будут давать за очень, очень легкие задания. Вам всего лишь нужно, например, найти дерево на карте. Видите, показано дерево на карте. Вам берете, просто заходите в игру и летите именно к этому дереву. Все летите к этому дереву, летите,
приземляйтесь к нему. Это дерево будет очень большое, и на карте оно будет помечаться. Вот так вот. Получается, вы к этому дереву просто элементарно подбегаете. Не только, кстати, не только вы. Их будет игроков очень много, которые будут сюда прибегать. Получается, вы к этому дереву прибегаете. Также берете, используете, как видите, используете. Получается, такой вот, скажем, жетончик использовали, да. И получается, к этому жетончику еще вы можете получить себе определенный лут. Очень топовый лут. Получается, тут же можете получить себе, нажать на подарок, это получается, можете получить себе оружие. Вот, и тут же получаете себе эти жетончики. Эти жетончики также это миссии, благодаря которым вы сможете обменить себе на жетоны именно ложка с вилкой. Также вы получаете, получается, за эти жетоны вы покупаете, точнее, делаете себе блюдо. Делаете себе блюдо за каждый жетон, да? Например, три жетона стоит сделать себе блюдо. Три жетона зеленых, видите? То есть вы сделали себе блюдо, вот, получается, шкала с левой стороны, посередине, видите, шкала, она прибавляется все больше и больше. И как только она достигает максимального уровня, вы внизу уже можете получать себе награду. Лутбокс, видите, внизу, справа внизу открылся. Все, шкала заполнилась, открыли себе лутбокс. И так до максимального уровня, и до максимального, скажем так, лутбокса вы можете забирать себе халяву. Также, получается, вы можете забирать себе определенные награды к этому событию еще. Купончики всякие там, инкубаторы и так далее. Это все, друзья, мы сразу говорю, это все совершенно бесплатно. Также поделиться с друзьями вы можете, также получить можете себе уже эти купончики. Сразу, друзья, мы говорю, получается у нас что? У нас еще вы можете забирать себе, получается, по мере возможности, как только вы заполняете шкалу посерединке, да, у вас постоянно открываться будет лутбокс. С правой стороны будет открываться лутбокс. И каждый лутбокс будет давать вам определенную награду. Разные награды. Получается клюшки, да, получается самый верхний, это рюкзак, точнее самый верхний, получается у нас подарки, да, в лутбоксах. Это будет даваться у нас, скорее всего, набор. Да, вот он набор на женский персонаж. Также можно будет получить. Ну, конечно же, возможно, что-то изменит. Но, в принципе, цель сама, да, суть сама не меняется. То есть тут вы можете будет, возможно, будет получать всякие купончики, награды. К этому меню еще будут добавлены события, которые также будут добавляться в игру, да. Это все, друзья, у нас должно появиться уже совсем скоро. Но если появилось у нас, скажем так, именно это событие, если появилось, да, уже вот именно это событие, да, появилось, то есть уже показано дерево такое, да, мечты на Бермудах, вот, халява появилась, то значит, возможно, невозможно, ну, по-любому, наверное, уже добавить и такое главное меню, потому что именно это главное меню относится к этому событию. Так что ожидайте, много халявы будет впереди, очень много. Также, друзья, мы не забывайте, самое главное, у меня завтра уже будут в субботу подведены итоги на, получается, колодец желаний. Получается, каждому из вас нужно прямо сейчас обязательно зайти в подарочки, да, нажать на подарки и выбрать себе любой приз. И выбрать себе любой приз, который именно находится в подарках. Любой, то, что захотите, то и можете выбирать. Например, загадали вы, например, вы какой-нибудь набор за 1700, например, вот такой вот набор загадали. Набор, получается, парень с улиц. Загадали его. Вот, и вам что дальше требуется сделать? Загадали, например, вот этот набор. Или, например, любую, например, эмоцию, да, любую эмоцию. Потом бежите в мой телеграм-канал, прямо сейчас бежите. У кого нету, скачивайте, заходите, подписывайтесь. И там, в телеграм-канале, чуть выше, будет пост, называется «Колодец желаний». Под этим постом вам нужно будет написать свой айдишник и рядышком написать, получается, тот подарок, который загадали именно в подарках. И завтра будут выбраны 5 победителей, которым будут отправлены именно на почту те призы и те подарки, которые вы загадали. Очень все бомбово, но условия, друзья мои, также очень простые. Обязательно должны быть подписаны на группу ВКонтакте, ссылка в описании. На мой ВК обязательно тоже, ВК, ссылка в описании. И на телеграм-канал, самое главное, где будут подведены все итоги. Также будет раздача промокодов, друзья мои. Завтра также я вам расскажу про 3 топовых промокода. Также будет в телеграм-канале, не забывайте. Так что завтра будет реально очень много всего интересного. Также, самое главное, не забывайте, друзья мои, что вся информация у меня проходит только в телеграм-канале. Вот, также не забывайте, что у меня до конца месяца пока проходят, друзья мои, настройки. Да, у меня есть новые настройки на ваши телефоны, обновленные. Так что спокойно, прямо сейчас мне ВК пишите, приобретайте. Кто еще не приобрел, приобретайте. Цены недорогие, каждому из вас телефон настроен до идеала. Будете хорошо играть по-любому. Покажем, как правильно нужно даже оттягивать. Все вам покажем, расскажем, будете 100% довольны. Ну и конечно же не забывайте, что у меня идет набор в гильдию. Идет набор в гильдию для скоро уже соревнований, для КВшек. Скоро будут делать КВшки и мне нужны сильные игроки. Но если, дружище, ты, сразу говорю, точнее девчонкам, если у вас статистика, конечно же, не хорошая, да, слабенькая, вы также можете кинуть заявочку, мы вас также примем, если ты девочка, конечно же, да, адекватная, вот, обязательно примем. У нас гильдия адекватная, без
без всяких агрошкольников. Все адекватные люди тут есть, реально. Со всеми пообщайтесь, познакомитесь, все люди, в принципе, понятливые. Вот. Ну и, конечно же, самое главное, также не забывайте делиться видеороликами везде. В ТикТоке, в Инстаграме, в Ютубе, в ВК, везде. Скачивайте мои видеоролики, делайте запись экрана, выкладывайте. Чьи ролики будут набирать хорошие просмотры, тому будут давать алмазики. Так что, друзья, не забывайте, у кого залетел ролик со мною, в ВК мне пишите, если хочу. Вот, например, у меня с тобой залетел, например, ролик на 10 тысяч просмотров. Все, дай мне алмазик, я тебе подарю алмазики. Так что везде выкладываем со мной ролики, везде. Чем больше людей будут узнавать о новой халяве, ведь вы знаете, что у меня самый топовый YouTube-канал по всем свежим новостям. Самый бомбовый, один, топ-1 на нашем регионе, который вам показывает, рассказывает всю халяву. Так что, друзья, не забывайте, завтра будут очень бомбовые видеоролики, 2, да, про промокод, также будет про колодец желаний, завтра, в общем, будет много чего интересного. Ожидайте, завтра будут просто пущены. Ну, все, я вас люблю, всех обнял, ждите завтрашних итогов, завтра будет реально очень крутой день. Всех люблю, всех обнял, до новых встреч, обнимаю вас, пока.